тут уважаемые коллеги, ветераны, студенты. Исторически День Победы и День снятия блокады для нас остаются святыми днями. При этом, если День Победы – это наш, даже не общероссийский такой, знаете, он чуть ли не всемирный праздник, конечно, победы над злом, которое как тяжелейшая болезнь была у человечества, и благодаря огромным жертвам нам удалось с этой бедой в мире справиться, то День снятия блокады всегда называется наш Ленинградский День Победы. Тогда, когда закончилось то испытание, которое трудно себе даже представить какую-то аналогию в истории человечества, когда 5-миллионный город, из них 2 миллиона оставалось внутри города, на 900 дней был лишен возможности обеспечивать жизнеспособность этого города, и такого испытания, которое лишило почти миллиона жизней горожан и военных, которые защищали этот город, это невозможно себе представить. Но жизнь так устроена, что человеческий мозг, он склонен вспоминать что-то хорошее. И вот благодаря этим воспоминаниям, что-то хорошее у человека всегда остается навсегда. А что-то плохое он пытается стереть. Но история говорит о том, что тот, кто забывает, у кого угасает вот иммунитет от этого плохого, тот подвергается опасности рецидива и тому, что это снова повторится. Поэтому, как бы нам ни было печально и скорбно вспоминать, и как бы ни было тяжело смотреть на те картины, которые сейчас нам демонстрируют исторические документы, музеи, экспозиции и так далее, мы обязательно должны это делать. Мы обязательно должны это делать. Иначе угаснет этот иммунитет. При этом мы должны понимать, что это мы должны делать не только в местах прилюдных, а дома, в семье, с детьми и так далее. Поэтому, несмотря на то, что сегодня самый последний день такого сильного мороза. И тем не менее, нам надо собраться, вспомнить, помянуть тех, кто не дожил до этого дня, и, так сказать, поблагодарить тех, кто сегодня есть живой. Я хочу сказать, что, конечно, 75 лет после снятия окончательного прорыва блокады, конечно, не сохранило для нас практически защитников. Если им тогда было по 18, 19, 20 лет, то им сейчас уже за 90. Практически мы их не видим. Но у нас есть живые дети блокадного города. И я, честно говоря, хочу сказать, что вот несмотря на это тяжелейшее испытание, которое пришлось пережить, из них многие стали звездами. И одна из таких звезд, конечно, наш Михаил Михайлович Соловьев, который звезда стоматологии, лидер, фактически, понимаете, не преувеличенный не для того, чтобы показать геройство там перенесенного детства, а потому что это действительно человек, который, несмотря на то, что это пришлось испытать, никогда об этом не говорил, пока не ушли из жизни сами защитники и жители города. А вот тогда пришел черед детей блокадного города тоже говорить свои слова. Михаил Михайлович, если можно, скажите нам несколько слов. Ну, здесь уже было сказано, что я не защищал, как говорится, Ленинград, но я видел, слышал и видел, как меня спасали. Буквально спасали люди, многие из которых остались, погибли здесь, в Ленинграде, или в ближайшее время после войны.
сейчас трудное время. Мы переживаем новую блокаду. То, что называется санкции, это блокада. И поэтому я, естественно, вспоминаю то, что слышал от взрослых. Взрослых в одной маленькой комнате, 12 минут, три семьи жило, и поэтому разговоры постоянные. Разговоры были только такие. А вот после войны, будет, потому что, в общем-то, народ в целом был единый в целях вызвать все и победить. И в связи с этим я хочу напомнить то, что я говорил год назад, слова нашей царицы Екатерины Великой. Она знала хорошо изнутри Европу, иностранный мир. И именно ей принадлежат слова, а вы, наверное, были все, вот сейчас цикл этот «Моя Россия» около на Гагарина, проспекте Гагарина. Она говорила: сила, только сила может обеспечить независимость. Я могу чуть-чуть изменить. Только народ, готов к борьбе, к противостоянию, найдет себе друзей, а не бумажка здесь, а... Ну, короче говоря, поработители, назовем так. А наша страна, конечно, всегда представляла интерес своими богатствами несчастливыми. И поэтому это не случайно сейчас. Так, ведь цель-то одна. Так или нет? И вот сказал Сергей Федорович, у меня... трое детей, внуков много и внучек, и они упросили, можно сказать, заставили меня воспроизвести то, что я на протяжении уже 50 лет первой дочке, второму сыну, потом дочке, а потом внукам по случаю рассказывал, вот что было. И мы, я считаю, именно мы, написали такое воспоминание из рассказов папы, дедушки, потому что это выйдет уже на рукопись есть, будет издание. Но суть-то я в другом. Вот эту рукопись, я не знаю каким образом, но моя дочка показала, в Невском районе есть студия детская, художественная. Там учатся рисовать достаточно много народа. И вот вчера был, ну, для меня ошеломляющий день. Нас пригласили, мы, ну, с женой, пришли с детьми, и там дети подготовили, нарисовали иллюстрацию, как они говорят, в будущей книге, потому что они видят. Они устроили марафон, когда вот так на ходу человек 20-30 рисовали на черном, что, как они представляют себе блокаду и что это такое. А потом состоялся пир, блокадный пир. Вот здесь меня привлекли, как говорится, поставили, выключили свет, поставили коптилки, как мы. Ну и я рассказывал, что у нас была радость. И в первую очередь, когда пища доставляла удовольствие, тот кусочек хлеба, который давали вот самое тяжелое время, 125 грамм, разрезали они на множество кусочков, поставили подсолнечное масло, потому что это было удовольствие. Поставили какую-то кочерышку, потому что вот, ну, мама моя, как и другие блокадники, ездили на поля неубранные, где была капуста. Кстати, в фильме вот «Балтийское небо», по-моему, описано, как мальчик вот ходил, собирал кочерышки. И вот мама собирала, и мне
давала из серединки к черышке. Такая вкусная вещь. И вот на этом столе были, так сказать, кочерыжки. Был сделан кисель из столярного клея. Ну, я рассказывал, конечно, столярный клей, да, потому что потом все вот дети, а было, ну, больше, это вместе со взрослыми человек 100 было. Потом дети все это пробовали, и был сахар мелко наколот. Я извиняюсь, что, может быть, такие детали говорю, потому что в самом начале блокады, когда объявляли тревогу, ну, страшно, а потом был отбой. И я бежал, у нас большая была квартира, и кричал: «Тетя Сара, отбой, отбой!» И она мне кусочек сахара давала. Ну, так продолжалось месяца полтора, потом сахар кончился, и он был... Ну, и все было блокадное. А потом дети пришли и пробовали. Ну, какие они нарисовали иллюстрации. Я думаю, потом у нас вот в музее, ну, видите. Это я сейчас говорю о том, что я чувствовал вот такую отдачу. И к тому, что я сказал вот сейчас о словах, попытался не совсем, может, воспроизвести слова Екатерины Великой. Там написано, ну, те нация, народ, который готов к борьбе, он найдет союзников, а не поработителей. Так и назовем его. Но я добавлю, тот народ, который един, потому что мы знаем из истории, когда большие государства рассыпались, когда сдавались, как говорится, на милость победители, исчезали, теряли свои настроения. Поэтому вам, молодым, вот мы видели, как наши отцы, деды приняли решение бороться, как говорится, до конца. А сейчас вы во многом определяете будущее страны, нашего народа, многонационального народа. Так будьте достойны своих прадедов, потому что это ваши прадеды были. Глубоко уважаемые ветераны, блокадники, преподаватели, студенты, от всей души поздравляем вас с столь знаменательной датой, 75-летним юбилеем освобождения, полного освобождения от блокады нашего любимого города. И студенты и ординаторы хотят вас поприветствовать и поздравить своей небольшой литературно-музыкальной композицией. И я от себя желаю вам всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой. За время блокады в Ленинграде только от голода погибло более 800 тысяч жителей. В связи с этим профессор Чернорудский написал монографию «Алиментарная дистрофия в блокированном Ленинграде», которая без прикрас описывает ужасы голодного времени и до сих пор является настольной книгой каждого врача-терапевта. Часть сотрудников и студентов ушли на фронт и в народное ополчение. Другие оказались в эвакуации. Но те, кто остался в блокадном городе, продолжали работать, учиться, заботиться о своих близких. С приходом войны изменился не только повседневный быт блокадников, поменялось понимание и отношение к жизни. Дети войны смотрят в небо глаза воспаленные, дети войны,
В сердце маленьком горе бездонное, в сердце словно отчаян гром, ленинградский гремит метроном, неумолчный гремит метроном. Дети войны набивались в теплушки открытые, дети войны хранили игрушки убитые. Никогда я забыть не смогу крошки хлеба на белом снегу, крошки хлеба на белом снегу. Вихрем огненным черным вороном налетела нежданно беда. В городках, в деревеньках привенчатых, дети войны, воспоюкали русские женщины. Буду помнить я тысячи дней руки добрых чужих матерей, руки добрых чужих матерей. Кромешная, падал пепел опять и опять, но спасением и надеждою нам была только Родина мать. Дети войны стали собственной памяти старшевы. Наши сыны этой страшной войны не видавшие, пусть счастливыми будут людьми. Мир их дому да сбудется миг, мир их дому да сбудется миг. Пусть счастливыми будут людьми, мир их дому да сбудется мир. Мир их дому да сбудется мир. Дети войны, дети войны. Из воспоминаний Усольцевой. 7 января 1942 года перестали работать городские телефоны. Город умирает как человек, у которого один за другим перестают работать органы. В феврале 42 года первоклассная образцовая госпитальная хирургическая клиника, лишившись воды, канализации, отопления и света, стала похожа на ночлежный дом. Из воспоминаний Чернорудского. Зимой 41-42 годов температура в палатах опускалась до -10 градусов. Лопались термометры, замерзали растворы. Малочисленные, изнуренные недоеданием и тяжелой физической работой сотрудники по состоянию своего здоровья мало чем отличались от больных. И время от времени, по очереди занимая их места, продолжали мужественно бороться за жизнь своих пациентов. День расстрелянный лег под подошвы бойцов. Задыхались в огне почерневшие трупы, и пустые глазницы домов мертвецов жирной сажей плевались в солдатские губы.
43-й, январь, и мороз до костей. Почерневшее солнце над тихой сосною, и в военной сводке средь прочих вестей весть, что город старинный взят нашими с бою. Нет, не город, а круто развален без крыш. Все смела непогода. Потому ты, мой город, сегодня стоишь, что был этот январь 43-го года. Не забыть, это помнить во веки веков, в наших новых делах, в дни больших обновлений. Этот день, что нас спас от фашистских оков, ставший нашей судьбой и судьбой поколений. Из дневника Гаршина. Алиментарную дистрофию зимы 42-го и весны 43-го года сменили туберкулез, пневмония, вирусный гепатит, начали нарастать заболевания сердечно-сосудистой системы. Поздней осенью 1942 года, когда мы уже изживали голодную болезнь, состав больных стал меняться. Во время голода сердечных больных почти не было. Осенью количество их резко увеличилось. Это начали сдавать ленинградские сердца. До войны умирало 3-4%, а теперь 40-50%. В дни блокады в уме кипела не только повседневная суета, забота о больных, обучение студентов, развивалась и наука. В эти суровые будни сотрудники института не забывали, что научная составляющая является одной из главных задач первого ЛМУ. И она не должна прерваться ни при каких обстоятельствах. Словно в сказочном сне и дубы вековые машут кронами мне. Купола золотые, кабарей седина. О, Россия, Россия, ты такая одна. Где в суровом году уходили солдаты в бой за юность свою, где цветы полевые опалила война. О, Россия, Россия, ты такая одна. Наше небо в огне.
будьте счастливы, люди, вы на этой земле. Колесные позывные, слышу крик журавлей. Я лечу над Россией, над Россией моей. Я лечу над Россией, над Россией. января 1943 года директор первого Ленинградского медицинского института Страшун на заседании ученого совета сказал: «Надо увековечить и сохранить память о людях. Необходимо на каждой кафедре и клинике вести учет о сотрудниках, начиная с 22 июня. Надо поддерживать связь с живыми, вести списки погибших, как преподавательского состава, так и студентов. Мы должны знать их имена». Какого цвета у России очи? Влюбленный скажет соловьиной ночи. Шепнет родного очага, моряк вдохнет они, как берега. Моряк вздохнет они, как берега. А я скажу у матушки России весной глаза. Все-таки какой же у них цвет? Один воин, они в февральской вьюге. Их видел враг, колючий блеск кольчуги. Всем тем, кто прошел через весь ужас блокады, всем тем, кто пережил это преступление против человечества, сегодня, спустя 75 лет, мы, молодое поколение, обещаем, что не позволим забыть подвиг этого города, подвиг жителей этого города, ваш подвиг. Сегодня в небо поднимутся 75 белых шаров в память о тех, кто не дошел до праздника Светлой Победы. В память о тех, кого с нами уже сегодня нет. Прошу выпустить шары в небо.